Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И гуляем мы по набережной. Сейчас от одной части набережной переходим на другую. Проходим здесь у нас пивзавод Жигулевский. И что там еще, Жень? Вот это вот, Грэс, да? Грэс? Не Грэс сразу. Ну, велосипедисты ездят. Мотоциклисты уже приезжали. Шумненько. Красивая какая. Они рядышком, да, стоят, Жень? Да. Они забором не обгрыждены, по-моему. Или обгрыждены. А, нет, вот это Грэс, а следующий. Да? Жигулевский. А вот здесь у нас такой субботик. Желание загадай, вот. Желание загадывай. Желание загадывай. Загадал? Полностью, да. От того у него нос светлый. Ба-ба-ба-ба-ба. Все, я загадала. Отойди. Ну что ты пошел сюда? Нет, вот он как раз, Жигулевский пивзавод. С этой стороны. Там как раз пиво то со дна. Там, кстати, повыше мор находится. Вот это, кстати, второй корпус. Здесь находится первый, здесь второй. Там моют бутылочки. Все такое там. Ты можешь не так быстро идти, а? Есть окошко. Здесь, наверное, по блату пиво отдают. Там подальше церковь. Волжский проспект. Как раз вот он. Камеры. Да. А там фонтан красивый. Видела? Ну да, я видела. А, он уже не работает совсем. Да. Такая красота.
Слушай, а тут что-то строят. Что строят? Как в Париже написано. А памятник видел это мне? Кому? Пивовару. Нет. Не видел? Нет, по-моему, не видно. А мы с тобой ходили? Ты меня спрашиваешь? Сейчас увидим. Это мой любимый маршрут, я был на этой любимой. Там вот что-то зелененькое что-то продают там. Зелененькое там продают что-то. Нет, что-то зелененькое. Носик уже у него тоже. Уже, да, все, кому? И кружка, главное не кружка. Кружка там. А, это фотка то, что? Кранчик, носик, и там, смотри, в ту кружку тоже. И тут даже рак, вон. Идем, вон он, рак. А, это садятся туда. А, вообще-то что-то, по-моему, это... Я ходил, фоткал. Фотографировал, да. Давай сфоткаешь.
кормить. Вот как мы кормили. Про тех, кто работал здесь раньше. Я не знаю. По-моему, там что говорилось, еще... несколько лет назад, может быть, какие-то списки были. Ой, пахнет вкусно. А, вон форточка открыта. Пахнет, чувствуешь? Да. Все. Ну, видать, наверное, наливают его, может, в цистерну. Запах есть. А тут, как смотри, отремонтировали. Помнишь, ремонтировали? А, строили? Нет, а ремонтировали, я помню, одну сначала сторону. Или, а, красили, красили мы. Не, его, его ремонтировали же. Построить, по-моему, его хотя... нет в доме. Хотя... А, но это на той территории. Не на... Не это. Не наш. А, слушай, знаешь что? Здесь можно найти кирпич с пометкой, помнишь? В каком-то музее мы были. Нам кто-то говорил, что кто-то есть в Самаре, воруют кирпичи. Их же, видишь, половины нету. Вот они, видишь? А, вон, вон, отломлены, вот отломлены. Кто-то ворует, да. И можно найти тут кирпич с пометкой. Какого-то там века, по-моему. А, ну вот, смотри. Вот, видишь? Оно же какое здание? Это старое. Его еще строили-то. Какие места красивые. Его еще строили-то. В каком году построен-то? Жигулевский пивзавод. А? Жень. Я не знаю. Ну как не знаю? 1900, по-моему. Ты все читаешь историю. Нет, не было. Тебя еще и не было. Смотри, дерево выросло. Видишь? Кустик. Видел? И вон еще кустик один. Вон они. Потише.
птички поют, слышно. Травка, смотри, какая травка. Какая она блестящая. Не начинает свистеть. Блестящая какая. Какая тишина, как хорошо. Ветер только. Все время что-нибудь мешает. То ветер, то шум машин. Ну-ка, остановись. Фонари, смотри, зажженные. Почему так? А, вечер уже. А, ну типа вечер. Ну вечер типа. А что-то забыли, что ли? В честь праздника. 4, по-моему, было с чем-то. Что как раз цветочков не хватает. Кто там? Снова тепло, солнышко. У нас сегодня 21 градус. Вот, и мы перешли на другую часть набережной. Какая она по счету считается? Они же, по-моему, разделены на 4 части. Все, по-моему, были 4 и 3 части. Да? А это, по-моему, 2. И там подальше, как раз ближе к Ленинградке. 1. По-моему, так. 4, по-моему, как я говорил. А я не разбираюсь. Да, ты вечно ничего не знаешь. Ты тебя не спроси, не знаю, не знаю. Ну, спросила, а не знаю. Тут деревья такие особенные. Здесь уже часть как окраина. Такой. Пойдем, там уж подрыв, там глянем. Ну, здесь, наверное, разлив, я чувствую. Люди стоят, так смотрят. Либо тонет кто-нибудь, либо разлив. Просто так стоять не будут. Батюшки, а тут разлив, смотри-ка. Ба, тут уже все. Это мы пока, это мы с тобой пока шли, наверное. Когда разлив сильный, вот до этих ступенек доходит. До ступенек доходит? Вот до этих? Да. До тех тоже. А. Ну ты что меня на камеру зеваешь? Зеваю. Пока? А там сколько грязи, смотри, какой-то домик непонятный. Это как же получается, с этой стороны затопило, а с той стороны нет, мы были около ладьи, как же? А, Жень? Ну, зачем? Не знаю, везде зачем? Одинаково затапливают. А? Везде одинаково затапливают. Просто здесь пониже, наверное. Поэтому вода дошла. А там повыше? Да, чтобы затопило, это не в один день. Там несколько дней, там прибывает. Это может быть, пока мы шли. Где-то обычно майский праздник уже такой разбит. Полезно. А ты вот этот лесок где? Толик, да, лесок. Ага, все там затоплено. А тут смотри, а вот тут вот
не затоплено еще. Так называемый Филипп, это Олюховские деревья. Пойдем туда, пойдем, спрячемся ото всех, пойдем. Ну, тут вечно сыро, мокро. Как поют. Перешли мы на Ленинградку. В принципе, зимой здесь уже были. Теперь под почки. А я тебе не верю. Потому что тебя один раз прокатаешь, ты опять начинаешь убежать. Не надо мне. Зимой, помнишь, здесь ходили? Помнишь? Да, мы, кстати, парашют. А. Какой? Парашют? Да. А, парашют, да. Да, я помню, зимой мы ходили. Снег еще лежал. Снег был. С кисом. Собачка. Это кафе поели, а потом, по-моему, пошли куда-то. А, мы, да, в Вавилон зашли, так не смотрели. Угу. Следующий день что-то куда-то ездить, сыр какие-то нашли. Не, я нашел в интернете, а потом их фотографировали. Кого? Мороженка. Твоя полка. А, тебе надо, да? Ну надо, а ты что мне отобрал? Смотреть. Телевизор прям. Нет, я тебя не протягиваю. Твоя полка. А что такое? Смотри, как по телевизору. За...
я по дочке. Во! Ну да, все снимаю. Вообще. Во, будильник, смотри. Купи будильник. Ну все, идем в фикс прайс. Женька плетется сзади меня. Не знаю, буду еще снимать сегодня или нет.